Всем большой привет! Получила я очередной свой заказ в интернет-магазине «Любимый Василек» и спешу с вами поделиться. Как всегда, были новинки, много разнообразия. Не просто так вам показываю постельное белье. Я его заказывала прошлый раз, и очень многие девочки обратили внимание, что оно очень красиво смотрится и на фотографиях, когда я выкладывала в Инстаграм, и на самой кровати. Чем интересно это постельное? Тем, что оно двухстороннее. И вторая сторона вот такая нежно-нежно-салатовая. Подушки идут вот тоже с фламинго. И называется, по-моему, фламинго этот постельный комплект. Очень красивый. Можно уже сейчас брать в Васильке как на молнии, так и без молнии. Вот, у меня без молнии. Не просто так пустая кровать. И еще, потому что будут покрывала. Мы сейчас будем по одному застеливать и смотреть. Будет дорогое покрывало, ну, относительно дорогое. И из недорогого сегмента. Недорогие, прошлый раз я вам показывала несколько штук по 300 рублей. И сейчас тоже будет парочка. Но начну я с покрывала плюш-велюр. 200 на 240, 1067 рублей. Расцветки разные. Давайте вот так поближе покажу. Я взяла нежно-нежно сиреневую. И посмотрите, как красиво тут все выбито. Сам рисунок. И покажу края. Пошито очень аккуратно, красиво. Можно сказать, что оно двухстороннее. Одна сторона такая, как попушистее. Это как изнанка, да, задняя сторона. И вот такая гладкая верхняя сторона. Я сейчас его разложу на кровати. И вернусь к вам, покажу, как красиво смотрится. Смотрите, какое оно красивое. Оно объемное. И на диван хорошо будет покрывать. Даже, мне кажется, на высокие спинки дивана подойдет. Нежное, тяжелое. Не сбивается, когда, например, сядешь посидеть. Очень красивое. 1067 рублей. Цена этого покрывала. Прямо нравится. Ну и давайте другую сторону покажу, если вот как смотрится изнанка. Вот так. Края прошиты аккуратно. Ну и теперь давайте покажу вам пару покрывал за 300 рублей. Называется покрывало плед Well Soft. Первое будет цветы. Выбрала его себе моя мама. Она очень любит такие яркие расцветки, прямо, да, а-ля Советский Союз. Но вот нравится ей. Смотрите, какая красота. Тоже давайте покажу, как прошито. Специальный угол. Вот так. И задняя сторона. Здесь можно подрезать немножко. Прошито, мне кажется, аккуратно. И покрывало выглядит вот так. То есть сама середина такая с цветами, с какими-то надписями. А оба края с двух сторон одинаковые. Идут вот так. Я сейчас его разложу тоже и вам покажу. Смотрите, как интересно, красиво смотрится. Если камеру поднять, то по всей кровати. Мне такие покрывала нравятся... закутываться в течение дня, когда лег полежать и нет разобранной кровати эффекта, и красиво смотрится такой как бы покрывало пледик. Это синтетика, он электризуется, поэтому антистатиком я пользуюсь. Нравится, действительно смотрится очень симпатично. Мама довольна, ей нравится тоже. И они настолько легкие, стираются прям прекрасно. Следующее покрывало тоже за 300 рублей, точно такое же, но другая расцветка. Не могла пройти мимо. Прошлый раз я на них все смотрела с котиками. И называется, по-моему, котики покрывало. Ну, в этот раз уже не устояла, думаю, надо брать. Мои котики точно оценят такую красоту. Смотрите, как это красиво выглядит. Вот такое оно симпатичное. С двух сторон идут вот такие шахматки. И снизу, и сверху на покрывале. И котики розовые, белые, желтые и выше еще белые. Но я сейчас опять разложу, и мы посмотрим. Смотрите, как красиво смотрится.
Ну и киски такие милые. Вот, общий вид. Ну, я на скорую руку, конечно, накинула, не стала я уже прям расклаживать как следует. Уже трехслойная кровать по покрывалам. Ну и давайте посмотрим, что было еще в заказе. Несколько полотенец взяла. 5 штук взяла кухонных. Называется полотенце «Рогожка», грибное лукошко, 45 на 60 сантиметров, по 38 рублей, 190 рублей, все 5 штук. Я взяла и себе, и близким. Маме мужа, сестренке. Вот такая красота. Мне кажется, очень симпатично они смотрятся, все 5 штук, 38 рублей. Даже их можно не как полотенце, а как красивое украшение на стол постелить и, например, кушать на таких полотенчиках. Приятно, как салфетку использовать для стола. Очень симпатичные. 38 рублей. И были полотенца махровые. Узбекистан и Туркменистан. Давайте начнем с полотенца Туркменистан. Оно 50 на 90. Называется цвет банан. Стоит 143 рубля, 143 рубля, а полотенце махровый Узбекистан. Цвет будет мандарин и малиновый. По 119 рублей, также 50 на 90. И мы с вами поближе сравним Туркменистан с Узбекистаном. Цена 119 и 143. И смотрим полотенце. Так, смотрите, вот эти два. Узбекистан вместе приехали. И вот оно, банан, Туркменистан отдельно. И сейчас я разложу и вам покажу. Выглядят они все три очень ярко, симпатично. Даже внешне похожи. Может быть, только вот выбитый орнамент. Орнамент чуть-чуть отличается. И сейчас я поближе вам поднесу, чтобы вы саму махру посмотрели. Давайте посмотрим. То есть видно, что Туркменистан какой-то более пушистый, что ли. Здесь потоньше. И поменьше, как ворс. По плотности, что ли, поменьше. Вообще Туркменистан хвалят больше. Мне тоже нравится больше. Ну, вот это вторая Узбекистан. Вот такая разница. Люся пришла мне в помощниках. Никак она не может за дверкой постоять. Подняла крик. Сказала, что без нее никак ролик не обойдется. Поэтому под Люсиным контролем будем смотреть дальше. Еще одно полотенце уже большого формата я взяла. Туркменистан 70 на 140 сантиметров. И давайте смотреть. Цвет сиреневый. И цена большого полотенца 308 рублей. Оно действительно уже больше. По качеству они хорошие. Они после стирки вообще отлично смотрятся. Вот так. Оно прям большое, банное, удобное. Далее. Ну, давайте немножечко уже к одежде переходить. Я взяла носки. Носки называются... Носки-слитки женские с 36 по 41 размер, 6 штук по 55 рублей каждый, 330 рублей. Покажу в упаковке. Они все там разноцветные. Состав 70% нейлон, 20% коттон и 10% спандекс. Вот так выглядят. Я сейчас открою и мы с вами посмотрим поближе. Смотрите, выглядят они в отдельных упаковках вот так симпатично, как бы вот прям достойно. И одну я открыла пару. Это действительно такие гипюровые носочки, очень симпатичные, сейчас в моде для модниц. Можно обратить внимание, кстати, вот как подарочный даже вариант, так хорошо упаковано, приятно прям доставать из упаковки. И давайте на руке покажу, как они выглядят. Во-первых, ступня полностью, как носочек, плотный такой. И вот так выглядит. Мне кажется, очень симпатично.
И в наборе получается, давайте поближе, белые, бежевые, вот такие серые, светло-серые, и три пары черных. И весь набор, 6 штук, 330 рублей получается. Ну что ж, давайте смотреть дальше. Взяла я три футболки сыну, так как он у меня сейчас в активном росте, поэтому я взяла чуть-чуть великоваты в мужском отделе. Но я думаю, что как раз пока летом носит, он их успеет износить. Футболки по цене, сейчас попробую вас сориентировать. Футболка мужская Европа, 245 рублей. Потом будет футболка Fashion, трикотаж, 280 рублей. И третья футболка Байкер, 392 рубля. Вот давайте с Байкера начнем. Она подороже, вот так она выглядит, 392 рубля. Взяла большой размер. Он у меня мальчик видный. Папу. Папа рядом улыбается. Вот так выглядит байкер. Фотки я вставлю, вы посмотрите. Мне понравилось. Молодежная такая, действительно удобная. И две футболки, которые одна 245 и вторая 280. Так. Первая выглядит симпатично. И вторая голубая. Вот это нам 245, которая. Вот так она. Обычные футболки, симпатичные. И, по-моему, это хлопок. Все, по-моему, идут хлопком. Вот Люсе понравилось. Голубая всех больше. Маме я взяла халат и ночную сорочку. А, вот я еще, знаете, вам что не показала? Две наволочки. Еще мама брала себе две наволочки. Вот мы с вами одну положим, а вторую я сейчас открою и вам покажу. Так, наволочки у нас получается две штуки по 172 рубля. 70 на 70. И я вам покажу обе стороны. Интересно, они так сшиты. Одна сторона светлая. Анютины глазки. Хотя название, знаете, какое? Сейчас скажу у них. «Магия ночи» называется. И это ткань перкаль. И вторая сторона уже более похожа на «Магию ночи». Вот так. В более темный уходит. Симпатично. Смотрится. Две штуки. Очень-очень удобно. Ну и теперь давайте я вам покажу ночнушку. Ее заказала себе моя мама. Ночная сорочка 62 размер. Называется «Красные бархатцы», 392 рубля. Я уже вынула все из упаковок, поэтому покажу уже. Ну, тут бархатцы, может быть, и красные, но на самом деле орнамент, видите, совсем такой мелкий. Если у вас есть в доме пожилые, очень-очень удобная и не жаркая. Видно, рукава открыты. То есть это такой уже летний вариант. Я сейчас постелю, и вы увидите. И длина хорошая, то есть, как прямо пожилые любят. Вот так прям, летний вариант. И недорого. И мама взяла себе платье. Мне было самой интересно посмотреть. Платье эконом трикотаж, 62 размер, 378 рублей. То есть, очень-очень недорого. И сейчас мы его тоже посмотрим. Меньше 400 рублей. Ткань. Это прямо вот хлопок. Все аккуратно прошито, независимо от цены. И вот так выглядит. Внизу карманы. Сверху горло такое квадратиком. С боков идут пояс, как бы хлястики. И это действительно платье. Она не любит халаты на пуговицах, потому что когда лишний вес, все расходится. Либо это халат на молнии, либо вот такое платье домашнее. И в таком платье можно и во дворе пройтись. Оно смотрится нормально для пожилого человека. И плюс яркие цветы, они скрадывают как-то недостатки.
И последнее, что было в заказе в любимом Васильке, я взяла маски. И маски я взяла разные. Первая повязка на лицо темная, 45 рублей, 5 штук. И взяла в ассортименте. Повязка на лицо в ассортименте, тоже 45 рублей, тоже 5 штук. Чем они отличаются? Вот. Темные, они как бы больше подходят для мужского лица, и они одного размера. Вот они такие прям реально темно-синие. Все одинаковые. Вот так поближе покажу. Не сильно торчит нос, подбородок. Ну, сфотографируемся, я покажу фотографию. А в ассортименте вам могут положить любой расцветки. Мне попались вот так. И они разного размера. Вот, например, светленькая совсем маленькая. Вот эта коричневая больше размером. Вот эта средненькая такая. Вот эта вот прямо небольшая, аккуратненькая. Видите, да, что цвет может быть абсолютно разный в ассортименте, когда. И одна повязка, шестая, у меня идет как в подарок. Они всем за заказ кладут дополнительную повязку. Какая из них была дополнительная, я не знаю. Они лежали все 11 вместе, но одна была мною не заказана, она шла в подарок. Фото тоже покажу, пару повязочек. Это все, что я заказала в любимом Васильке в этот раз. Вон Люся утомилась, видно, ей все понравилось. Главный ценитель Василька. Ссылки я оставлю и на интернет-магазин, и на их сайты в соцсетях, ссылки. И знаете, мне очень нравится в Инстаграм за ними следить, потому что там часто в историях они показывают и как снимаются модели в фотографии, и новинки. Тут недавно показали, сколько они за раз отсылают посылок. Это огромное помещение, полностью набитое нашими заказами. И по всей России прямо еженедельно огромные партии уходят, сотни посылок. Это интересно наблюдать. И также они показывают процесс упаковки и шитья наших изделий, которые мы заказываем. Это тоже очень интересно. Поэтому подписывайтесь, все ссылки будут под роликом, и там легко следить за новиночками. Ну, а мы с Люськой будем прощаться, потому что, видно, Люся уже у нас такая довольная лежит, позирует вовсю. Всем хорошего настроения, ярких солнечных лучей. Всем пока!